Опа, сейчас переведу. Всем добрый вечер, ну или скоро будет вечер у вас. Сегодня у нас снова новая реакционерша. Я стараюсь, вы предлагаете, я им пишу, и они, как ни странно, отвечают. Сегодня у нас Бискют, настоящее ее имя я не знаю, без понятия. Ее национальность тоже не знаю, но мне ее реакция понравилась. И пока я ее переводил, я хорошенько посмеялся. Ну, из-за ее акцента, у нее очень милый акцент. Поехали. Привет-привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Бискют. И сегодня я буду делать реакцию на запрос от подписчиков. И это Димаш Кудайберген. Песня называется SOS. И эта рекомендация была в комментариях. Это было несколько раз, и поэтому я решила сделать реакцию. Я очень ценю ваши комментарии. Большое спасибо за них. И давайте же узнаем, откуда идет такой дым. Я тут симпровизировал. Давайте же узнаем, что к чему она сказала. Окей, значит, он популярен. Он известен. Точнее. Okay, we are doing it. Hush your face, hush your voice. Hush your face, hush your pleur. По звуковой волне этого видео было видно, где она говорит и нигде она не говорит. Поэтому можно сказать, что я ее реакцию не видел, потому что я переводил только то, что она говорит. Oh my God. Who's this guy? Кто этот парень? Вера так не могла. Вот это я переводил. Я не могла остановить до этого момента, и остановив это видео, я думаю, что я делаю плохое дело. Но если я не скажу это, я чувствую, что это будет несправедливо. У меня мурашки, и я рада, что у меня длинные рукава. Ну, вы не увидите мои мурашки. Но у меня буквально мурашки по всему телу. Их безумно много. И в конце, когда я подумал, что он не может пойти выше, он пошел выше и выше.
выше. Что это такое? И кто этот парень? Почему мы о нем ничего... Просто без слов, пожалуйста. Извиняюсь за то, что прерываю. Давайте продолжим. Я вам быстренько кое-что покажу. Вы только послушайте, как она говорит на английском. Pardon me for interrupting you. Continue. Поехали дальше. Окей, я больше не буду это повторять, потому что очевидно, что это невероятно. Мне кажется, это какое-то шоу, как голос, ну или что-то вроде такое. Во-первых, я не говорю на французском, но я думаю, что его произношение было идеальным. Эти эмоции... его голос... Все эти ноты, все эти изменения, верхние и нижние. То, как он шел очень низко, а потом выходил наверх. Я не знаю. Я даже не знаю, как это объяснить. Я не поняла ни одного слова. Буквально ни одного слова. Но это меня тронуло. Кто он такой? Это во-первых. Но сейчас-то я знаю его имя. Боже мой. Как бы у меня было такое ощущение, будто в песне не было хорошего подходящего момента, чтобы остановить и что-то обсудить. Потому что я как бы... Я обсудить, обсудить услышанное, то я разозлиться саму на себя. Это было восхитительно. Это был невероятный опыт. Димаш. Невероятное выступление. Красивый голос. Чистый. Такой чистый. Даже не... Я не почувствовал, чтобы он сомневался хоть на одну секунду, когда он брал все эти высокие ноты. Было такое ощущение, будто это его душа, как будто бы эта песня была написана для него. Я не знаю. Чувак. Я не знаю. У меня нет слов. Как бы слова иногда... не могут описать, что может песня или звук сделать. Я очень благодарна за это предложение. Если вам понравилась реакция, и если вам понравилось видео, нажмите на лайк и подпишитесь на канал. А также эта девушка делает стримы на Твиче. По ее словам, она там почти каждый день. Вы можете познакомиться с ней именно там. Вообще-то я не могу поверить, что существует такой голос, и что я об этом не знала. Спасибо вам за это предложение. Я этой песней сильно насладилась. И я наслажусь этой песней еще, по-любому. А на этом все. Я заканчиваю свой перевод и передаю слово самому себе. И я беру эту передачу и говорю то, что на этом на сегодня все. Я сильно устал. Всем хороших выходных. И как всегда, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.